Ее творчество он считает слишком откровенным. И чтобы лишний раз не ссориться, Мика даже не посещает концерты своей девушки Варды. С кем и где проводит время Мика, пока она поет, мы узнаем прямо сейчас. Мика, вы сейчас выглядели очень мужественно, когда танцевали. И это было вот так вот. Красавчик! Красавчик! Красавчик, Влад! Любимочка моя, я не сомневаюсь, ты меня сомневаюсь. Если бы мы еще не ссорились, то были бы 10-10-10, да? Я хочу 10. Конкуренты-то не спят, любимка? Конкуренты не дремлят. Наверное, Пашу там во все. Может, пока мы спим, кто-то тренируется. Вот именно. Судя по одежде, я подозреваю, что нас ждет. Мы будем качать. О! Да, сегодня у вас хип-хап. Супер. Давайте танцевать, давайте музыку. Йо! Я же сказал, мы будем качать. Я просто объясню, что мне нужно, чтобы это было жестче. Пум-пум-пум. Да, вот, вот, да-да-да. Ты же Mortal Kombat, ты единоборец. Так, а, вот это... Правая сверху лошадка. Вот это очень аккуратно. Ты грубишь, по-моему, слишком сильно. Это без этой телячьей нежности, прости. Я отдохну, пока мне накапали. Пошел? Есть. Прижми с полу. Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Что за, я не понял, поза? Сядь покультурней. Ты не хочешь говорить? А? Мне плохо просто. Мне тоже нехорошо. Нельзя было не ругаться? Нет, нельзя. Здорово. С ковриком? Заходи, заходи. Я не один, я с ковриком. Здорово. Здорово. Как где я? Варда? Варда на концерте у меня сегодня. Как это на концерте? Ну вот так она, видишь, оставила меня одного. А ты чего не с ней? Ну, я не особо любитель ее концертов. Ну давай тогда сегодня силовые элементы. Давай, у нас мужской коллектив сегодня. О, вот это круто. Непонятно мне, почему очень часто пары вместе ходят на концерты. Просто, чтобы лишний раз мы не ссорились, я не хожу. Просто мне может малейшая там вещь какая-то не понравится. И мы на этой почве ругаемся. Дальше вот этой правой ногой делаешь мах рондом. Так. Угу. Уф. Да. Нормуль? Нормуль. Попали в точку? Да, я думаю, что с этим танцем мы должны взорвать нормально танцпол. Хип-хоп в исполнении Варды и Мики. Thank you.
that's more than just a redo. Мика и Варда, хип-хоп. Ну, ребята, это было круто. Я думаю, Тимати уже звонит мне на мобильник, чтобы я пригласила сняться вас в его клипе. Это было очень круто. Я думаю, сами Тимати пригласим наши клипы сняться. Вы молодцы, слушайте, но вот это смертельный трюк с ногой, я вообще не понимаю, как вы это сделали. Это больно было, Варда? Я просто стою, все делает он. Да не, неправда, она на самом скромничает. Здесь оба задействованы, так что... Я надеюсь, что мы зал порвали так, как и мои колготки. Я уверена в этом. Давайте узнаем, порвали ли вы в этом смысле наше многоуважаемое жюри. Начнем с Лаймы Вайкули, конечно. Ну, не знаю, мне кажется, что всю жизнь они этим занимались. Потрясающий номер, здорово отработали. Микки, просто вы... Супер. Варда, я уже не говорю про растяжку, я не знаю, чем вы занимались, гимнастикой. Молодцы, здорово, здорово. Спасибо. Мика до сих пор в образе, он вот так переминается. Елена, что вы скажете об этом хип-хопе? Чтобы так гармонично, слаженно станцевать, это ж как надо друг друга любить, товарищи. Ай-яй-яй. Скорее ой-ой-ой. И слава богу. Ну, а я думаю, это, знаете, это как с одеждой, вот подходит или нет. Пока вот эти, что предыдущий танец, что это абсолютно, конечно, попадание стопроцентное в ваше состояние. Но, вы знаете, я наблюдаю за вами, вы явные такие претенденты уже сейчас на очень хороший результат, но я нервничаю. Слишком большое, ребята, напряжение. Немножко пора уже, Мика, может быть, вам, да, там, ну, чуть-чуть смягчиться, потому что и Варда будет более уверенно себя чувствовать. Понимаете, о чем? Что значит смягчиться? Что ну, немножко, понимаете, ну, такое ощущение, что сейчас Мика просто в переносицу даст Варде во время тренировок, знаете, что-то там вот не так сделал, на, такое. Ну, это только говорит о том, что он справился с характером, с образом поставленным. Ну, надеюсь, до драки не дойдет, хотя рейтинги взлетят до небес, они и так неплохие. Особенно во время медленного вальса какого-нибудь, да, удар. Итак, спасибо за ваши комментарии, давайте перейдем к самому главному, к баллам. Лайма Вайкер. Вот для того, чтобы, я понимаю, что с вальсами будет справляться намного тяжелее, я ставлю Варде 10 и Микки тоже 10. Наивысший балл от Лаймы. Елена Калиденко, что вы скажете? Нет, я боюсь, что это их расслабит. И я... Да-да-да-да. Знаете что? Я за то, что вы разошлись чуть-чуть в финале, поставлю вам по девятке. Было, было. Евгений, ваш вердикт. Варда 8, Мика 8. И главное, Евгений не испугался потом встретить Мику где-нибудь в темном переулке Киева. И таким образом, пара Варды и Мики набирает 54 балла. Аплодисменты, молодцы. Вот такой вот хип-хоп победный. Спасибо.